Почему Печорин – герой нашего времени? И герой ли он? Григорий Печорин – молодой офицер. Он умен, красив и силен, но совершает мерзкие поступки и играет чувствами других людей. Чтобы почувствовать жизнь, он ввязывается в авантюры, использует женщин, испытывает судьбу, провоцирует трагическую дуэль. Печорин пытается найти свое место в мире, но нигде не может проявить свои таланты на благо. Лермонтов задумал персонажа как воплощение пороков своего поколения. Ничего героического автор в нем не видит. Свое поколение Лермонтов считал скучающим и равнодушным. Истинными героями для него были богатыри, стоявшие насмерть при Бородино и победившие Наполеона. Печорин – жестокий диагноз Лермонтова поколению, в котором добрых и благородных натур, похожих на печоринского друга Максима Максимыча, единицы.